Шамутики Невский крепеж. Цена 17 рублей. Хомут. Хомут стяжка. Нейлон. Размер. Размер вот такой. 10 штук. 3 на 153 миллиметра, еще что-то. В общем, они у меня все сломались. Сейчас и этот Невский крепеж хомут попробую сдать. Леруа Мерлен. Хомутики. Потрясающе. Здравствуйте. Как мне можно вернуть вот это? А что с ними? Они ломаются. Вот видите? Вот смотрите, они как ломаются хорошо. Ой! Они... Талончик берите, сейчас после мужчины тогда талончик. Конечно, а где талончик я должен взять? Возврат товара. Получить талон. О! Подобрали, нагнулись хорошо. Вот оно. Богатство земли русской. Мультики. Стяжка. Здравствуйте. У меня вот тут проблема такая. Вот этот мусор я бы хотел вернуть. Потому что смотрите, это что такое? Сейчас подойдут. Это 17 рублей, конечно, это стоит. Сколько? 17 рублей это стоит. Но это вообще продавать нельзя. Я просто хорошо на велосипед это купил. Здравствуйте. Да, вот это, оно не подлежит вообще ничему. Я приняла, но это не ко мне, это скобянка. А это скобянка? Эти скобянки, это не мои. Ну я их приму. Ну да, без всяких нюансов. Карт приготовьте. Да, сейчас. 59.91. Его вставлять, ставить ее. Вынуть, да? Да. Ага. Ну, что-то вы принесли не все. Ну, они у меня на улице сломались. Я думаю, ну ладно, в одном зубчика не хватает. Потом. Этот только затягиваю, ломается. Следующий ломается. Ну ладно, мне два надо всего. Ну, в общем, когда они мне все сломались, я уже думаю, ну что это такое. Вы здесь родственник? Ага. Фамилия. О. Так, копия чека, если сохраняете, только подтверждение. Ага, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Ну вот, заменили.